Дрейфующий посреди Тихого океана пилот вертолета заметил судно, на котором находились мужчина и собака. Их подняли на борт траулера, выяснив, что пострадавшие уже 3 месяца не выходили на сушу. Мужчина по имени Тим рассказал, что вместе со своим питомцем Беллой в апреле вышел из мексиканского Ла-Паса и направлялся во французскую Полинезию. Однако вскоре пара попала в шторм, который вывел все оборудование их лодки из строя. Пострадавший уточнил, что он и Белла все это время пили дождевую воду и ели сырую рыбу, которую ловили прямо в океане. Им оказали первую помощь, а затем доставили в безопасное место.